Ну, к сожалению, для нас эта поездка неудачно сложилась. Вот 4 игры мы проиграли. Все 4 игры мы были близки. Там одну в овертайме, 2 игры в одну шайбу. Сегодня вроде бы вели. Так неудачно в некоторых эпизодах сыграли. Проиграли 4-ю игру в поездке. Но хочу сказать, что были приложены усилия, но мы с ребятами уже говорили на эту тему. Для игры с такими соперниками, которые вот у нас была в этой поездке, в частности, вот с РРК, нужны в какие-то моменты сверхусилия, даже проявление мужества, героизма, я бы сказал, ну, чтобы вытаскивать игру эту. К сожалению, вот этих сверхусилий мы не увидели. Вот. Ну, разберемся, будем говорили и будем разговаривать с ребятами, наверное, чтобы они немножко еще в себе покопались. Мы им, как тренеры, только можем помочь в этом, чтобы действительно вот настроиться на такой хоккей, где нужны сверхусилия. Не надо через «не могу» заставлять себя. Мы в этой поездке этого не увидели. Увидели такую игру, вроде бы находим, нащупаем какие-то в некоторых эпизодах. Но чтобы выйти и переломить игру, когда игра не складывается, такого мы не увидели. И не увидели, к сожалению, игрока такого, который бы потащил за собой команду. Так все стараются в определенной степени, до определенного момента. А потом почему-то не то чтобы бросают играть, а свыкаются с поражением. Вот это самое страшное, с этим будем бороться. У меня все. Спасибо большое. Вадим Андреевич, как вы прокомментируете игру? Ну, первое, это единственный момент, наверное, начала матча. Готовились, предупреждали ребят, что команда соперника начинает очень активно. В принципе, это и продемонстрировало, особенно начало игры, да, первые 10 минут. Пропустили, да, из-за своих, в принципе, ошибок. Пропустили 2 гола, да, но, к счастью, смогли достать из себя, да, в каких-то моментах пришлось немножко перестроиться. И радует то, что второй, третий период сыграли по заданию, сыграли активно в атаке, создавали хорошие моменты, зарабатывали удаление. Ребята, я за что им это благодарен. Но еще раз повторюсь, единственный момент – это начало матча. Нельзя тогда с такой хорошей командой, как «Тарос», давать фору соперника. И потом приходится доставать из себя, доставать всегда тяжелее. Но еще раз повторюсь, что молодцы ребята, все сражались в актив второй, третий период и выигранный матч. Хотел поздравить их с победой, сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Практически полный стадион гнал нас вперед. Может, на этом где-то и в начале игры где-то немножко были не готовы, да. Но то, что выиграли, радует. И отдохнем сейчас. И, как говорится, будем готовиться дальше.